Переключаюсь. Всем привет еще разочек. Сегодня 6 января, и прогресс на сегодня вот такой у меня, да. Попробуем поближе показать. Вот такой. К сожалению, освещение оставляет желать лучшего, поэтому, ну вот, чем богаты, тем и рады. Что я хочу сказать по этой работе? Всем, кто не вышивал еще шерстью, я советую очень сильно попробовать. И попробовать я советую именно с этих наборов Риолис. Это шотландский вереск и лаванда. Отшиваются они достаточно легко и просто, быстро. Результат очень-очень достойный. Вот. И, конечно, удовольствие, которое получаешь в результате отшива, оно просто вот, ну, зашкаливающее. Вот за 6 дней мне удалось отшить вот такой вот результат. Отшиваю я по цветам, не в пределах квадрата. Ой, извините, у меня камера, конечно, капризничает из-за того, что освещение не очень хорошее. Ну, не в пределах квадрата, по цветам, в пределах всего рисунка. То есть я беру цвет и отшиваю его. Да, благо, что все размечено, и ошибиться здесь достаточно сложно. Эта работа включает в себя в основном крестики, да, полукрестов, по-моему, здесь не содержится. Сейчас я вам посмотрю, чтобы не обманывать. Нет, есть полукресты в две ниточки. Вот, значит, крестики в одну, две ниточки, французские узелки всех мастей, что называется, то есть несколько цветов, Lazy Daisy, и на этом, наверное, и все. Ну, что я вам говорю, вот я вам могу показать, как называется-то уже, за праздники все забыла, легенду номер 17. Вот, вот видите, да, какие у нас возможные варианты. Ну, я, как обычно, пронумеровала, ну, как все делают, пронумеровала рядочки. Вот, схему я не закрашиваю. Видимо, уже настал такой момент, когда можно не закрашивать схему. Я прошу прощения, у меня сегодня видео такое немножко пьяное, потому что я опробую свой штатив. У меня теперь есть штатив, и я страшно рада. Вот, очень надеюсь отшить эту работу за новогодние каникулы, потому что очень сильно скучаю по фее и булочке. Они у меня лежат, ждут, пока эту лаванду сварганю. А лаванду я варганю по заказу. То есть, ну, вы все, кто смотрел мои видео раньше, вы помните этот момент. Ты же успеешь, вот я же успеваю, что называется. Надо как-то, чтобы она уже была у меня готова, потому что неизвестно, когда новоселье, оно вот-вот может случиться в любой момент, поэтому надо, чтобы у меня подарок был уже готов. Вот такие вот у меня продвижения. Удалось, что могу сказать по поводу отдыха, да, пока вам поближе покажу крестики и чуть-чуть расскажу про отдых. Крестики вот такие, не могу сказать, что суперские, но меня устраивают. Вот, не хочет камера брать, не кушает такие крестики, ладно. Вот, у меня тут чаечек, так что я во всеоружии, что называется. Вот. Удалось мне отдохнуть, и мы ездили к друзьям на дачу. Там мы отпраздновали Новый год.
И где-то 4 числа, 4, по-моему, мы вернулись, или 5. Я уже сейчас не помню, надо будет посмотреть по Инстаграму. Вот, работу свою я выкладывала в Инстаграме, так что большинство из вас, кто смотрит мой Инстаграм, уже знают о супер-мега скоростной работе. Но для меня это большая скорость, и потому что у меня стоит все-таки задача побыстрее сделать эту работу, чтобы она у меня уже была готова. Так, за маникюр сразу прошу прощения, все уже не празднично. Сегодня буду заново все обновлять к Рождеству, чтобы быть красивой и счастливой. Вот. Ну, я вам вставлю в конце видео небольшую прогулку по лесу. Кому будет интересно, посмотрит, а кто не любит такие вот пейзажные съемки, может просто закрыть это видео. Вот. Большое всем спасибо, кто меня поддерживает в Инстаграме и кто вообще пишет мне такие замечательные комментарии и восхищается скоростью. Скорость у меня, не могу сказать, что маленькая, я сама удивлена этой работой, но меня очень сильно подталкивает то, что мне нужно эту работу завершить, и то, что там меня ждут мои девочки, фея и булочка. Так что вот такие вот у меня новости. Всех целую, обнимаю, всех с праздниками и будьте счастливыми. Mm-hmm.